Привет! Продолжаем за маленького мышунку бегать. Так, что делать-то? Я даже и не знаю, куда бежать. Так, побежишь, выйдите из тюрьмы. Дурная слава пержата. Ну? И куда? Ключики, ключики, ключики. А, во, а главный тюремный ключ. Тихой двери, пощади двери, кричащей двери. Палка опять. Хова. Чик. Морской черт тебя дери, мышонок. Свет не загораживай, не видишь, я читаю. Чуть тебе, мышонок. До свидания. Угу. И куда ты там целишься-то? А, рычаг от двери. Ладно. Ты-ты-ты-ты. Ключ от стоков. Я реально заплутал немножечко. А, ага. Тихо, блядь. Так я же здесь был, блин. Я же здесь был. Ключ затопленная камера. Блин, как тут метки-то ставить какие-нибудь? Так, здесь подъемчик, там подъемчик. Так, ну, что-то где-то я в ту сторону побежал, наверное. Так, погоди, блядь. Угу. Что-то я пропустил явно. Сейчас бутылочки-то вшатаем кому-нибудь. Да бляха-муха, неправильно они с этим сделали, с картой. Че, она не может что ли постоянно работать? Так, здесь у нас нихера нет. Где там дебил этот? Ай! Блин. Ну вот и вали. Хоба. Это где-то я пропустил. Все, уйди отсюда, блин. Бляха-муха. Хорош чесаться. О. Так, этот дебил здесь спит. Все, в прошлый раз тоже вроде облазил. Так, что у нас камера с этим дебилом? А он какой-то проходит наверх вроде бы. Если я правильно понял. И если я правильно понял.
О, эту фигню-то нельзя поджигать. Красная вон горит. Я табуреты отсюда унес, просто уже далеко. Ну и ладно. Чик, фонарь заправили. Вот, давай, вали нахер. А! Блин. О, свечки. А я тут же лазил, только я что-то тут перепугался и убежал отсюда, да? И в итоге дверь какую-то не заметил. Табурет. Так, что тут у нас? Побег из тюрьмы. Поднимитесь на дозорную башню. У вас нет карты, говорит, этого места. Что? Этот хороший? О, это с этим говорить можно. О, морковка. Взять бутылка. Что, кузнец? Эй! Ты не должен надевать эту шляпу, если ты не пират. Сними ее, и мы поговорим. Ни хрена себе. А чё это тебе не понравилось-то? Такие носят, говорит, пираты. Да блин. А, пока кто-то рядом. Ничего себе, откуда? Зачем такие правила? Непонятные. Вот я переодел обратно. Привет! Как дела, мышь? Это вы мне? Ага. А стражников вы не позовете? Вообще-то не собирался. Я могу тебе чем-то помочь? Что вы имеете в виду? Ну, ты, похоже, заблудился, и у тебя уйма вопросов. За пару-тройку флоринов могу тебе что-то подсказать. Ну-ка, ну флорин это деньги, ну. Давай, спрашивай. Так, денег у меня нет, может, мы с вами как-то еще договоримся? Ага, у меня, пожалуй, найдется для тебя одна работенка. Что за работенка, что нужна? Похоже, один из моих молотков отрастил ноги и сбежал. Доказательств у меня нет, но я сильно удивлюсь, если эти двое мышей-вориши в камере тут ни при чем. Вернешь молоток, буду очень благодарен. А где мыши-воры-то? Такой опасный. Я сам-то, блин, опасный с бутылкой такой стою. Так, поджечься мы можем. О, банки со слизью. И если разбить кувшин, останется лужа слизи. Необутый стражник может поскользнуться на ней и упасть. Кувшин также можно использовать, чтобы отвлечь чьё-то внимание. Угу. Ай, блядь. Бери бутылочку-то. Что-то у меня бутылок, кстати, мало осталось. Зерно. Чё это такое? Стражник. Комплект латных доспехов является штатным снаряжением всех членов крысиной гвардии. Стражники крепости Тающей башни связаны круговой порукой. Наденьте этот костюм, чтобы заслужить их доверие. О. Ни хрена себе. Зерно. Чик, давай-ка спрячемся. Сохранили, блин, вылазь. Охренеть, тут какие-то. Так, доставай. О.
Нужен, говорит, подсвечник для этого. Ой, лестница. Что лестница? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ты же воды боишься. А нет, не боюсь, говорит. Нормально. Хоба, сундучочек какой-то. Вам нужен ключ от сундука. Нифига себе. А где ключ от сундука? Надыбаю. Хитренький. Так, ладно, подожди, у меня одежда какая-то интересная. Ладно, юбка стражника. Ишь ты, все упадет сразу. Основные, то есть. Скорость рывка. Да. А чего, в смысле? Хоба? А, это пиратская. Ты-ды-ты-ды-ты-ды. Так. Шапку один. Да, блядь. Вот. Как-то... Сортировка, говорит, по костюмам. Ну, хер с ним, пусть будет по костюмам. 22 флорина. Угу. Пираты, залазь. Ну, опять. Сервант пустым. Эй, ну-ка. Ну. Да, ну вставай. Так, все нахер сожгли. Здесь табурет опять. Тут, наверное, какой-нибудь... О, толкнуть. Ага. Бери табурет. Табурет, говорю, бери. Че не берешь-то? Так, 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 так. Какая-то секретная херня. А, вон подъемец. Опа! Тут... О! А чё решетка? В смысле решетка? Я думал, сломать ее можно как-нибудь. Палка! Афиг, в смысле, зачем я сюда пришел? Не, ну башня зачем-то нужна же. Хоба. Хоба. А, роза. В книгу добавлена новая страница. Ломоть вонючего сыра нихи. В какую книгу? А, книга Мерра, да?
Отвар из бузины, чтобы сбить у мастера жар, вы пытались предложить благодарность тех крохи, которые бы у вас были, но мыши Хамеля не берут деньги за помощь. Однако они приняли ваше предложение поработать в поле. Многие сыновья и мужья ушли из деревни работать на бедную шахту неподалеку. После заката выпили им песни о местах, при которых они едва ли хотя бы что слышали. Ладно, и фигли, и чё, вот, бляха, муха, чик-чик. Я думал, палочкой что-нибудь метнуть надо. Вот эти херни зачем нужны? Может, бля, высоко как? Может, залезть куда-нибудь надо? Книга гербарий. А сколько у меня... Где задание-то? Задание. Три штуки, но у каждой страничка будет... Заручиться их помощью. Ну и ладненько. Или шлепнуться, что ли? Чик. Чик-чик. Ой, шлепнулся. Не, ведь не допрыгнет. Стой. Точно не допрыгнет до этой фигни. Ну и ладно. Ой. Хоба. Хоба. Чтобы ее хорошо... А почему ее хорошо охранять-то должны были? Странные какие-то вещи. Давай лестница, поехали. Блядь, запаниковал. Так, и шлепнуться легко. Можно куда-нибудь в плохое место. Так. Надо обязательно сохраниться. Способ сохранения. Так, этому нельзя что ли вытащить? Скамейку-то. Так, фонарь уже заправлен. Так, чё этот хмырь? Ой. Может его вырубить бутылкой? Блин, у меня бутылок-то не осталось. А он в шлеме, походу, делал. Ну и ладно, черт с ним. Тут какой-то ключик я не нашел. Может, рано я сюда поперся просто. А вон еще розочка вижу. Меч, дайте какой-нибудь. Это у них оружейное, что ли, да? А вот это можно поджечь? Эй, блин, тихо. Нет, не поджигает. Вон кто-то спит. Так, ладно, заходим. Аккуратненько. А, там кто-то спит на кровати. Здесь, говорит, ничего полезного. Бутылку подбирай. Эту херню надо сжечь. Блять, убери. Ух ты, блин, в шлеме ходят, реально. Чё там? Где ты, полоумный-то? О, вот он шлем дает. Хай, говорит, спать обратно лягу нафиг. А, это точно казарма. Ночной горшок. Чё у нас в ночном горшке? Чего?
Типа говно не подбираю. Блин, ключ от ящика, что-то все надо им, смотрите-ка. А почему его покрасить нельзя? 5 ключей от ящика. О, деньги. Чего? Оба. Хе-хе-хе. Всякое понаходил. Ящик пусто. Так, опять нужен ящик, да? Ой, не ящик, а ключ. Ну, ключ это ящик, бляха-муха. А! Как так-то? А почему он вскочил-то? Неожиданно. О! О! Ай, блядь, это я только-только что пришел. И, честно говоря, я не понял, что произошло, почему он сагрился на меня. Оп. Бабочки летают. В книгу цветов добавлена страница. А затем как-то вечером мышата почти что вытолкали вперед юную мышку и подначивали ее, пока она не начала скромный танец. Странно, что вы не замечали ее все те недели, что были в деревне. Вы играли для нее, она танцевала для вас, и все быстрее лилась песня, и все быстрее был танец. Музыка зачаровала вас обоих, ярко горели угли костра и еще ярче ее глаза. Вот так вот. Ой, что это вам еще, грызок. Бадья пусто. Ну здесь, о. Палка. Палка у нас, говорит, все на месте. Так, вот у нас тюрьма рядом. Ой, это что за... Что за место такое? О, ящик. Пропуск для заставы. Зачем пропуск? А, так, предъявители всего. Это если я вдруг не найду пропуск. Мне, походу, дело отсюда выйти надо будет, да? Кольчужная маска. Ух ты! Все сюда нашел. Что это? Кольчужная маска. Часть доспехов. Ха. И нафиг она нужна? Посмотри. Такой. Незаметность повысилена. Ну, эта фигня типа с защитой будет круто. Давай посмотрим хоть на себя. Юбка железная. Где там? Так, хоба. Здесь больше нет ничего. А вон место как... А! Блять. А, так вот я там лазил как раз. Но... Может, зря я сюда захожу-то. О! А вон шляндает. Бадья пуста. О! Новые подземелья какие-то. Ключ от арсенала. А, это все-таки не арсенал был. Просто была казарма. Ох. Скотина он бродит. Ой.
Ой, блядь. О! Побежали, блядь, сэк! Окружили демоны! Так, уходим. О! Блядь! Это какая-то трешня. Все, уйдите, падлы. Блин, упорный. Все, отстал. В шлеме еще скотина. Так, ставни, что у нас там есть? Чемодан, отвлечь может его чем-нибудь. А чё? Тут два этих. О, блин. Куда кинуть-то? Скотина. Он в сапогах или не в сапогах, непонятно. Ну давай попробуем кинуть вот эту штучку. Бежим, блин. Ну, мы специально его отвлекаем, типа. Чё, ты обратно повалил, что ли? Ни хрена себе, хмырь. Он какой-то, блядь. Он какой-то... Дерзкие выходки тут совершаем. Ладно, фиг с тобой, блин, падла. Непонятно просто это как его. Че там делать? Да нет, все понятно. О, возвращаются назад, прикинь. То есть они где-то здесь носились. Так, дверь. Куча каких-то переходов. Пушка. Ничего себе, пушка какая крутая. Опять башню какую-то залазим. О! И чё это? Пиу! А, здесь розочка еще одна. Книжку, давай. Мастер Юлин наконец-то пришел в себя, но не мог ни встать, ни даже говорить. Каждое утро вы садились к его кровати и играли песни исцеления. На седьмой день он прошептал ваше имя и кивком попросил приблизиться. Вы наклонились к нему, но даже так едва услышали ваш опыт. Лють не расстроен. Невнятно проговорил мастер Юлин. Типа, что ты, блин, устроил-то? Ходишь с расстроенной гитарой. Так. Ух ты, бля. Разбился, прикинь. А что-то не особо кацануло как-то, вроде бы.
Так, что это, где это мы тут? Лестница. Хоп. О, на эти штучки залазить все-таки можно. Дальше, как эту херню сжечь? Ой, ой. Крысы-то крутые. Чик. Чик, блин. О. Бля. Давай подожжем эту херню. Надо как-то ее поджечь. Так, вот я встал. На воротах стою, что ли, или нужно прыгнуть вот на ту часть ворот, блядь. Все, заметил, скотина. Что ты будешь делать? Хе-хе. Отстал, дебил. Угу, вот оно. Да бля. Поджигай. Что-то странная эта херня какая-то. Ну ведь чушью, да, занимаюсь. О! А я поджег эти херни, нифига себе. Ну, ну, хорош застревать. О, поджог. Фу, слава богу. Успокоился. А чё это как? Чё это мне даёт-то? Навыки. Чё-то очень долго всё это дело копится. Я же сколько играю и никак это добрать не могу. Так, тут мы были. Нам. Тут с воротами. Вон еще розы наверху. Вон еще роза. О, блядь, бежим. Ушли, ушли. Табурет, блин, с собой табурет, что ли, носить? Так. Ну-ка, блядь, отстаньте нахер. Чё вы здесь толпой куролесите? Вот, вали, вали. О, ещё один, блин. Сейчас опять эти скрыты приберутся. Блядь. Блять. Ай! Ой, блин, ой, я сейчас это. Успел сохраниться. Фу! Не сохраниться, а спрятаться. Ну? Чё там?
Стоит, блин, хрипит. Куда пошел? О, вон эти две мышки. Давай, заключенный. Чё ты тут делаешь, мышь? Заблудился? Так, ищу дозорную башню. Не можете, поможете мне найти? У тебя там с кем-то встреча, так? Незнакомца с именем букву С. С. Знаем одного С. От слова скрыга. Ага. Вы не доверяете этому С? Он крыса. Так. Забудь о нем. Держись нас, мы планируем побег. Хочешь с нами? Что? Ну что? Ему надо бежать с нами. Такой, блин, прикольный. Тебе надо бежать с нами. А поодиночке небезопаснее будет? С ума сошел? За этими стенами на сотни миль вокруг одни болота. Ты ее послушай. Она может и преступница, но не лгунья. А, так это еще и девочка. Еще какая? Нет, увы, не лгунья. Так. Так ты мышка, а не мышь? Ага, а что тут такого? Да нет, ничего. Вот и хорошо. Так ты с нами пойдешь или нет? Ладно, расскажите мне свой план. Ну, стоп, мы о нем ничего не знаем. Он может шпионить на командующего. И правда, может, он низенькая крыса. Если хочешь пойти с нами, ты должен сам нам доказать, что тебе можно доверять. Как тебя зовут, мышь? Тила, его зовут Тила. Откуда знаешь? Моя амма была гадалкой, наверное, у меня это от нее. Амма это мама, наверное, да? Маленьких мышат воспитывают все жители деревни. На мышином языке амма буквально означает вторая мама. А-а-а. Ладно. А прочитай, что я сейчас думаю, можешь? Что, мне надо помолчать? Да, это настоящий талант. А мы никому не раскрываем своих настоящих имен. Можешь звать меня Ночной Феникс. Фаталь. А меня Фаталь. Не называй настоящее имя. А, все-таки называлась. Зенигаста. Что-то ничего мне в голову не пришло. Вздыхает. Вот что, Тила. Докажи, что мышь, что ты мышь из наших. Принеси нам носовой платок с пояса стражника. И мы, может быть, возьмем тебя с собой. У меня для вас кое-что есть. Так, давай-ка посмотрим. Вы вытаскиваете украденный платок, отдаете его воришкам. Фу, бери эту гадость. Это ты просил принести соплетерку Гаста. Вот и бери. Вернитесь, Гаста и Фаталь. Ладно, ладно, давай сюда. Довольно? Он сделал то, что ты просил, Гаста. Путь идет с нами. Рано еще. Есть и другие вещи, которые нам понадобятся в дороге. Найдешь их, пойдешь с нами. Так, что нужно? У нас есть список. Давай. Будешь приносить нам вещи по порядку, и мы подпрячем их в камере, пока не будем готовы. А что, список-то сразу не можете дать? Если тебя поймают, нельзя, чтобы он вывел на нас. Не самый смышленый парень, правда? Взамен мы научим тебя паре секретов нашей профессии. Ну-ка, как обострить чутье, отточить умение, развить выносливость, все такое. Как только отточишь эти навыки, тебе станет намного легче. Ладно, в деле. Тогда приступим. Говорят, вы можете что-то знать о вашем молотке кузнеца. Кто тебе такое сказал? Кузнец. Он знает, что мы взяли молоток. Тихо. Да может быть, мы кое-что об этом знаем. Может быть, мы хотели сделать подкопы своей старой камеры, чтобы попасть в стоки. Но далеко мы продвинуться не успели, нас перевели сюда. Правда, молоток еще парочка вещей мы попрятать успели. Вернешь нашу заначку, скажем, где молоток. Куда спрятали молоток? Он в нашей старой тюремной камере. Ага. Там на стене два металлических кольца, они открывают тайник, который мы там нашли. В этом месте кругом секреты. Это тебе пригодится. Миш, придет вам ключ, что за ключ-то? Вот еще схема. Сложный пополам клочок бумаги. Что это такое, интересно? Так, и что с ним надо делать? Не открывай, пока не окажешься в тюрьме. Угу.
Тихо, ну да. А, вот это фаталь, да. Слышная такая. Ты-то такой вор-карманник, Гастам. Я министрель лютнист. Кто? Лютеист. Лютому богу поклоняется. Лютому? Мы сами, ребята, лютые. Воры? Воры? Да мы в жизни ничего не украли. Просто перекладываем вещи из кармана в карман. Точно, без спроса. Так. Почему здесь не в самой тюрьме? Нас пару дней назад как перевели. Может, собираются отпустить. Или повесить. Так, я пока ищу этот ваш тайник. Мне пора, прощайте. Так, ладно, пойдем, найдем сначала. Начнем горшок. О, хлеб прямо у них. Да, блин, бери хлеб. Блин. Хлеб, говорю. Угу. Начнем горшок. Ой. Успел чудом. Уйди, крыса, блин. Уйди, все. Еще какая-то дверька. О. Так, эту бочку надо откатить, да. И штырь какой-то переходит. Ух ты. Тут секретки есть всякие, что ли. Игра-то вроде, я так понял, не слишком большая. Кусок дерева. Хоба. О. Вот тут что-нибудь спереть можно. А, это тихая дверь. И обратно в тюрьму пробрался. Угу. Так. Ладно, давай разберемся. Я отсюда же пришел, да? Вот такой череп. Чей череп? Алый гриб. Грибы. О, опять чемодан, который... А, башмаки вора. Считают долго самым... Так, многие, в том числе его коллеги, да и он сам, считает долго самым лучшим в мире вором. Непостоянно эксцентричный долго, одновременный герой и злодей для своих жертв. Рассказы его дерзости и хитрости почти стали легендами. Из каждой истории и слава его растет. Угу. О, новый уровень. Получил. Нифига себе. Здоровье, сила. Так. Эти открываться будут. Типа, когда что-то мне объяснять будет. Так, вот, хоба. D10. Какая-то картинка странная. А там, главное, 3 нарисовано. Ага. Так, что у нас? У нас сапоги вон воровские. Нифига себе. Для воровских дел мастеров. Падение, оружие, огонь. Уж ты, блин, смотри, сколько. Вот такой вот я крутой. И на уши ничего одеть нельзя, да? О, карта судьбы. Пропустил как-то. А где у них камера? Так, у вас нет, говорит, карты этого места. Еще грибы. Вон наверху какая-то камера есть вроде. Эй. Все, иди отсюда. О.
Ой, он не заметил, что ли? Чудом ушел. Так, это не их камера. О, блядь, так да выпендривался. Так. Это что за комнатушка? Блин, комната с булочками. Значит, не отсюда. Так, что у нас? Какие ключи? Ключ от затопленной камеры. О, да, это где-то она там. Значит, надо было название ключа-то прочитать для начала, наверное, да? Палка-палка, огуречек. Вот и вышел человечек. Где затоплен? Да блин. Все никак не забуду. То есть не запомню, не забуду. Так. О-о-о-о-о-о. И они мне, о, блядь, по одной дают, по одному ключу, да? А чё я на уши-то могу одеть? Вон у него и так уши нормально торчат. Так, вот тут может какая-то быть... Угу. Правильно. Их переселили, потому что камера у них затопила. Вот что. Табурет. Так, и чего? Записку надо посмотреть. Разная, значит, взрослый алый гриб. Нахер он нужен? Только на костях мертвецов. Питают ли они вспоминали мечты тех? А что с ним можно сделать-то? Бутылка барюходера. Активный побег из тюрьмы, дурная слава пирата. Найдите в тюрьме старой камеры Гаста и Фаталь. Табурет, ну... Что за бурет? Странно. Чик.
А, о. А, бля, все понятно. Давай это табурет все-таки нужен. А вон две вертушки, вот одна. Да бля. Угу. Так, где записки? Вот. А вон вторая фигня, да? Ага. Давай табурет. Я так и думал, что что-то... В смысле думал, он сказал, что что-то там скандалами это связано. Так, крутим. О! А что открылось? А, вон, извлеките содержимое тайника. Пропавший молот Ролан. И все, да? Вернитесь к кузнецу. Так, подожди, что за задание, значит? Вернитесь к кузнецу. А эти? А, Гаста и Фаталь вернутся. Ну, ладно. Пошли. Побежали, пофигу. Ха, не успел он среагировать. О. Где? Ну что ты встал, вали давай. Масло половину спил, блин, из-за расхода. Что-то со звуками, кстати, как-то все больно тихо. Нужно звучок будет добавить. Тик, 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 тик. Ой, ой, ой. Чук, бляха, муха, подожди, подожди. Угу, все правильно вышел. Ладно, на, держу свой молот. Кузнец. О, куда кузнец делся? А, типа ночь наступила, что ли? А тут еще дни и ночью фигачат. Это прикольно. Сука, залазь быстро. А каску у них, как и у английских пехотинцев. Так, ладно, розу я нашел еще одну. Ветер шелестел полевыми травами, порывами, налетал на крепкие стены крестьянского дома. Вы были в поле, а она дурачилась для смеха, набивая щеки семенами подсолнухов и бросаясь вас целыми горстями. Она любила вас, она была счастлива, мэра, освещенным последними лучами весеннего солнца. Мэра, чье имя означает подсолнух. Ну да. Вот так вот они. Весело и счастливо живут. Так, чё, Фаталь? Эй, ты чё здесь ишиваешься? Я нашел вас. Так, а чё ты не спишь? Вообще когда-нибудь отдыхаешь? А кто? Ты кто, моя амма? Может тебе помочь чем? А с чего это ты захотел мне помочь? Каждому иногда нужна помощь, даже тебе. Ладно, и чем ты хотел помочь? Почему не можешь уснуть, расскажи. Ух ты.
Зачем это? Какая разница? Если я помогу тебе проспать 3 ночи и расскажешь, что не так, это как и вот так. Хорошо. Чё, если тебе от этого будет легче? Ну-ка, я мог бы спеть тебе колыбельную. Колыбельную. Ладно. Только тихонечко. Послушай песню о Родрике. А, это баллада. Ой, это у меня песни есть все какие, да? Нифига себе. Королевская. Чё? Эта песня, она про тебя, да? А, я ее спел, да? Ага, ладно. Что было дальше? Дальше пора тебе отдохнуть. Песня хорошая, но мне она не поможет. А, заснула все-таки? Смыкается, она засыпает. О, все, заснула. Нифига себе. Так, ладно. Пожалуй, на сегодня все. Продолжение будет в следующий раз. А то что-то я с днями не разобрался со сменой дня и ночи. Что мне ждать теперь этого, что ли? Пока все проснутся. Что-то какая-то трешатина. Ладно, покедам.